Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Певица Наташа Королева умудрилась обмануть всех на шоу «Секрет на миллион», но не смогла долго это скрывать. После того, как знаменитость рассказала о дочери, ее откровение не обсудил только ленивый. Поклонники звезды были в полном шоке, ведь такого поворота событий никто не ожидал. Однако спустя несколько суток внимательные фанаты поймали королеву на обмане. Оказалось, что в эфире программы кудрявцевая певица показала не собственную дочь, а племянницу Сонечку, которая родилась у сестры королевы в 2006 году. Ребят, вы подумайте, какой смысл ей сидеть в программе за миллион, если друг ей заплатил биткоинами? Все так старательно изображали шок и удивление от этой новости, что напомнили актеров плохого провинциального театра. В качестве доказательства своего несостоявшегося материнства королева показывает фото грудной племянницы Сонечки, чистой воды аферисты. На фотографиях была Соня, племянница. То, что бабушка не узнала собственную внучку, это совсем за гранью, негодовали пользователи на просторах сети. Сама королева на обвинения поклонников пока не ответила. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.